А виновником, точнее виновницей, стала автоледи. Находясь за рулем, по словам сотрудников ГИБДД, она нарушила правила дорожного движения, а именно превысила скорость. В результате чего не справилась с управлением и врезалась в столб линии электропередач. Из-за сильного удара конструкция упала на проезжую часть. Дальше включился эффект домино. Соседняя опора теперь также нуждается в ремонте. Владелица же автомобиля получила легкие травмы. С ушибами ее доставили в больницу. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дорогах, выбирать скорость, соответствующую конкретным дорожным условиям, проявлять внимательность к дорожной обстановке в целом. Сотрудники полиции сейчас проводят административные расследования. После выяснения всех причин аварии дело передадут в суд. Если вина автоледи будет установлена, то помимо ремонта иномарки, ей, скорее всего, придется заплатить и за восстановление столбов линии электропередач. Ущерб специалисты еще подсчитывают.